Отечественные предприниматели могут получить льготные займы по 2% годовых. Почти 300 миллионов тенге выделила алматинским бизнесменам компания «Алматы Финанс». Кредитная организация была создана по инициативе акима Бакыджана Сагинтаева для поддержки МСБ. На сегодня уже реализованы проекты по открытию кофейного и швейного цехов, запуску производства мебели и мебельной фурнитуры. Подходит к концу строительство промышленной базы в Наурызбайском районе. Возможности нового предприятия оценила и с условиями кредитования ознакомилась Татьяна Ким. Промышленные парки – это современные бизнес-зоны, созданные для размещения новых производств. Они обеспечены всем необходимым для развития – техническими условиями и коммуникациями, комфортной инфраструктурой, складами, административными и офисными помещениями, а также налоговыми льготами для резидентов и, главное, поддержкой властей. То есть арендатор получает не просто помещение, а возможность запустить собственное предприятие на подготовленной площадке. Карантин открыл много возможностей для производителей, для казахстанских производителей малого и среднего бизнеса. И в данный момент надо этим воспользоваться. И плюс государство дает очень хорошую поддержку в виде предоставления льготных кредитов, площадей для производства. Общая площадь этого промышленного парка около 1,5 гектара. Предприниматель может взять в аренду площадь из расчета примерно 1000 тенге за квадрат. При этом до запуска аренда бесплатная. Пока в этом промышленном парке работают только 2 цеха – строительный и галантерейный. Но в скором времени появятся дополнительные модульные блоки еще на 3000 квадратных метров. В феврале 2020 года началось строительство 3 помещений. Общей площадью около 2000 квадратных метров. В данный момент ведутся строительно-монтажные работы. Планируется закончить в течение месяца-полтора. Для строительства этого парка кредитная организация «Алматы Финанс» была выделена 100 миллионов тенге. Компания была создана по инициативе акима Бакыджана Сагинтаева для поддержки отечественных предпринимателей в условиях карантина. Такая помощь позволит не только создавать новые рабочие места, но и развивать небольшие предприятия на местном рынке. Мы активно принимаем заявки на кредитование. К нам могут обращаться как начинающие, так и действующие предприниматели, которым мы предлагаем продукты под 7,2% годовых, с возможностью предоставления каникул по выплате платежей. Кроме того, в рамках развития промышленных парков и поддержки отечественного производства мы предлагаем финансирование для предпринимателей, планирующих размещение своего производства на территории промышленных парков под льготные условия. Компания «Алматы Финанс» создана в рамках региональной программы «Алматы Бизнес 2025». Всего за время работы кредитной организации одобрено 33 проекта, а это более 100 новых рабочих мест. Общая сумма кредитования – 909 миллионов тенге. На стадии рассмотрения находится более 28 бизнес-проектов. Татьяна Ким, Максат Кунебек, телеканал «Алматы».